Всем небага, не лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа, с вами Жека, и сегодня мы продолжаем играть The Flame and the Flood. В прошлой серии мы остановились на том, что... поживиться. Ну да, то есть пусто. Мы остановились именно здесь, после сохранения. Сохранение у нас после того, как мы ложимся спать, и... Я же прав, да? Подожди. У нас же так есть сохранение, да? Да, да, у нас мясо вот осталось, и почему-то... Почему-то здесь ловушка осталась, как будто она рабочая. Это меня смущает немножечко. Ну да ладно. Давайте заглянем еще раз в наш инвентарь. Что, покрафтить там возле костра мы сможем, допустим. Чай, воду сделать, да. Мы можем покипятить воду вообще-то, но это, скорее всего, лучше не делать. Уголь еще заберем. Наверное, палки вот сюда перекину еще, да. Ладненько, все, уйти. Заберем уголек. И можно покинуть это местечко, я думаю. Так, использовать. Еще древесный уголь забрали. А больше нельзя забрать же? Использовать огонь. Да, больше нельзя. Все, уходим. День четвертого дня. И 2,4 километра. Мы уже отплыли от первоначальной нашей точки. Это достаточно неплохо. Достаточно среднячочек такой. Так, смотрим по крафту. Что можем покрафтить? Костерчик, ящик, можем тут ловушки скрафтить, да? Но пока нам этого, как говорится, не особо надо. Сумку переместить. Теперь переместить сюда. Нормально. Одна палочка у нас есть. Ну, нормально. Все, что мы хотим, все у нас есть. Окей, плывем дальше. По еде, воде у нас все нормально. И плюс еще и мы отдохнули неплохо так. Так что отправляемся дальше в путешествие. Дальше у нас длинная дорога в никуда. Мы не знаем, как что нас ждет там. И при первой же возможности, наверное, надо будет подкрепиться едой. У нас немножечко есть. Но все равно надо будет на это смотреть. С температурой все хорошо. Никаких у нас болезней нету. И мы себя чувствуем на самом деле неплохо. Замечательная музыка играет. Наслаждаемся пейзажами и затопленной Америкой. Если кому интересно, затопленной Америки, наверное, есть такие радикалы, наверное, да, правильно сказать. Сейчас уже потихонечку уходит холод и смотрю вообще. Ой. О, ха, прикольно. Контрольная точка сохранения прошла. Регион 2 из 10. Нам надо 10 регионов проплыть, чтобы у нас была возможность доплыть непосредственно до нашей антенны, с помощью которой, я так понял, у нас будет некая эвакуация из этой местности. Кажется, это логично было бы так, да? И мы вторую местность из 10 проплыли только, да? Ну что, давайте в лесок. В лесу может быть у нас опасность, но я думаю, нам повезет. Я надеюсь на то, что нам повезет. Итак, местность, нехватка припасов. Дикая местность, нехватка припасов, но здесь хотя бы что-то мы сможем найти, да? Я надеюсь, это не вражина какая-нибудь, кабанчика или животных. Кстати, ввели еще, ребят, чтобы вы знали, ввели еще у нас как они, медведи. Медведи ввели. Я был в шоке, когда первый раз увидел медведя. Не на видео, конечно же, увидел его, но эти медведи, думаю, что... Но это было, конечно, мощно, да. Так, у нас куча швейных наборов. Это символизирует то, что нам же надо себе сделать что-нибудь такое хорошенькое. Монтарь полон. Давайте исследуем эту местность, чтобы узнать. Отбывальщик и волчара. Волчара спит, и для него можно сделать ловушку, да? Для него можно сделать ловушку. Смотри, вечер. Можно сделать ловушку и поймать его. Это не вот. Надо сделать сейчас ловушечку. Давай, пока у нас есть возможность. Давай-ка я что-нибудь либо съем. Блин, либо... Вот, хорошо, теперь можем сделать ловушку. Можем сделать каменный молот. Это много чего уйдет. Ресурсиков. Но у нас есть... Мы одну из целей выполнили. У нас появился молот. Окей. Так, окейшки. Чисто теоретически, сейчас этот волк, он еще спит. Я могу попытаться...
его вот сюда выманить, допустим, смотри. Я ставлю вот сюда ловушку, и он когда побежит на нас, он поймается в эту ловушку, да? Так, хорошо. Берем факел. О! Факел вообще как-то тратится хоть как-то? Да, он тратится, когда мы с ним экипированные. Так что мы тогда не будем его... А 89%, 70% снять. Он исчезнет навсегда? Нет, он просто как бы не экипированный теперь. Так, ну что, волчик. Ух ты тут. Посмотрите. О, у больших. И мне не один сам ты имел. Представляю факты доказательства обратно. Чуток же он попал. Это какая-то история или что это? Так. Давай, поймайся. Есть! Красава! Не, ну ловушка это здорово, особенно когда ты знаешь, что тебе нужно. И как ты хочешь это словить. Окей. Я надеюсь, у них тут палки по одному ходят. Либо мне не надо, чтобы в один прекрасный момент. Мне просто-напросто. За задницу другой волчонок-то укусил. Ну все, мяско у нас есть. Стало с релизом намного легче выживать. Почему? Потому что они хотя бы более целесообразно подобавляли некоторые вещи в игру. Раньше ты просто, знаешь, искал тут кремень полдня, и ты... Большая вероятность, что ты сдыхал, так и не найдя его. Так что сейчас это все как-то уравновесили. Ты знаешь, что если ты пошел искать что-то, ты это найдешь. Протухшее мясо я делать не хочу, я бы сделал костер. Засоленное мясо я, наверное, не сделаю. Не смогу сделать. Можно было бы еще мяско под... Я могу пожарить стейки, я могу поймать кролика, по всей видимости, да? Давай-ка посмотрим, могу ли я костер вообще сделать? Нет, я не могу костер сделать, почему? Мне не хватает на него кремня. Одно кремня. Я тут опростоволосился. Можно кексик сделать. Кукурузная лепешка, выглядит как кексик. Окей. Забавненько. У меня соли нету, тут у меня нету, собственно, самого этой штуки. А вот свитер понадобился бы. Давайте мы выпьем воду. Наберем ее. У нас костер вот есть. Использовать. Сколько он у вас? 25. Нужно употребить. Нормальненько. Так, чистая вода. Можно сразу сделать чистую воду. На последнюю. Вроде бы или еще два. Нет, вроде последнее было. Или нет, вот. Еще один. Надо будет фильтр обязательно сделать. Перенесем это сюда. Надо пообъединять вот этот сюда. Сейчас ниточек. Еще больше объединять нечего. Обдуванчики. Вот, этот съесть вообще можно. У нас еще обдуванчики есть, так что. Это бы тоже. Так, тут все у нас есть. Ладно, пойдем, наверное. Можно здесь переночевать, я думаю. А, мы, кстати, не можем ловушку сделать. У нас чего-то там кремня, наверное, на ловушку. Я вот думаю, раз мы не можем ловушку сделать, я даже не знаю, где у нас теперь эта ловушка. У нас у нее что не хватает? Одну веревку. О, так это не проблема. Сейчас мы заберем. Сейчас мы сделаем ловушку. Там кролика вроде даже можно с ловушкой ни одного кролика-то поймать. Я не уверен. Я реально не уверен. Собираем. Обдуванчик. Обдуванчики собираем. Они пригодятся нам. Юка. Чертеж добавлен в журнал. Так, что-то у нас новое появилось. А, ну, юка это чай, да, который мы уже видели. И так, знаем, как он делается. Чай из обдуванчика, вот, да. Необходимо костер. Ну, ладно, давай поставим костер. Я... Фух, взять. Инвентарь полон. Блин, я... Что я только что сделал?
ачивочку дали. Так, разжечь костерчик. Нормально использовать. Сидеть. Сидеть. Итак, мы можем пожарить мяско, что было бы неплохо. Надо нам веревку сделать. Вот, теперь ловушечка. Эта ловушечка пригодится, я тут кроликов на нее половил. И пожарим мясо, сырое мясо мы приготовленное сделаем из него, да? А мы из него можем опять-таки отравленное мясо сделать. Юка, приготовленная юка. Из юки получается сытный обед, но ее надо сначала приготовить. Интересно, готовим. Так, давай, два трута сделаем. И веревочки. У нас веревок почти нет. Надо лучше веревки делать. Приготовленная юка, питательные вещества 12. Ну, неплохо употребить. Да, у нас почти он сытость какая конкретненькая. А вот это чесночок можно попозже-то еще съесть, говорит, да? Так, ну что ж, можно попробовать поставить ловушечку, но я не уверен. Я, конечно, не особо уверен, что она прям сейчас нам и пригодится. Так, древесный уголь заберем. Давай попробуем поставить ловушку где-нибудь здесь. Установить, вот прям здесь. Топ-топ. Собирает. Оп, нормуль. Ну и я думаю, можно, наверное, и поспать пару часиков. Давай вот так. Поспим. Наберемся сил. И у нас уже кролик поймался. Шикарно. Дождя пока нету. Надо быстро забирать кролика, жарить его. Взять ловушку. Я не могу взять ловушку, она исчезла почему-то, причем на моих глазах прям. Ваша ловушка исчезает у вас на глазах. По идее, я могу пожарить кролика, это тоже еда какая-никакая. Убить кролика, да, убиваем кролика. Свежевать кролика. И из него приготовить мясо. Теперь у нас два куска мяса, это очень классно, это очень здорово. У нас имеется два куска мяса, кожица. И чисто теоретически мы, наверное, можем себе что-то сделать из одежды улучшить. Но это надо домой. Ну, точнее, к нашему плоту. Быстренько-быстренько сейчас добежим. И узнаем. Так, тем временем уже нормально так день пришел в свою силу. И мы можем улучшить шапку из кроличьего меха. Ага, это делается. Или перчатки. Даже перчаток как раз-таки у нас нет. Давай перчатки сделаем. У нас полно набойных швейных наборов, что у нас порог тепла, смотри, вот нормальненько, воп, воп, смотри, классно, очень даже классно. Итак, закрыть, ну все, по идее все у нас достаточно хорошо. Итак, следим, чтобы убрать место еще на одну. Можно было бы еще кролика поймать. Ну, у нас еще раз можно поставить его. Давай попробуем. По крайней мере, я не знаю. Я попробую. Я не уверен, но я хочу попробовать. Давай попробуем. Так. И еще поспим. Наверное, часик, я думаю, достаточно будет. За часик, дай бог, поймается. Мяско всегда пригодится. И не поймалось еще до сих пор. Зайчик не поймался. Я неудачно поставил эту ловушку, я чувствую прям. Прям я чувствую, как я ее неудачно поставил. Ну, ну почему ты лезешь именно? Ладно. Давайте немножко побродим. Авось поймается. Так, это... Угу. Это ловушка наша. Ну, тут ничего не было, да? Ворон здесь не было, чтобы что-то искать. И тут ничего не было. Блин, я даже не знаю, бросить ловушку нафиг? Ибо ждать как-то не особо хочется, но это кусок мяса лишний. А лишнего мяса не бывает, и ловушка
Поймался кролик, шикарно. И ловушка использована. Ловушка нам не попалась. Давайте разожжем костер опять. Сидеть. Я не могу. Сухой. А, я разжег. Один сухой труд ушел у меня на рожек. Ну, трутов у нас достаточно, там 7 штук. Будем остальное делать уже, конечно же. А я думаю, лучше веревки. Остальное на веревки тратить. И еще кусок мяса жарим. То есть еда у нас есть. Это шикарно. Еда на данный момент у нас есть. Можно дальше плыть, выживать. Уходи. Дверь закрой. И бери с собой уголек. Я не могу брать уголек. Да, я забрал отсюда уголек. Все, уходим. Почему некоторые места светятся, как будто там что-то есть, но на самом деле там ничего и нету. Очень странно. Очень-очень странно. Ну все, у нас все фулочка. Все, знаете, меня безумно напрягает, что чересчур все нормально. Кажется, они подправили баланс, и нету такого, что в игре действительно, знаете, все вот хорошо-хорошо, а через 5 минут все жопа. Ну, действительно, то ли так перестало тратиться бы. Ну, хотя, видите, быстро тратить это достаточно. Так, я так понял, это пороги, это места, регионы. Это разграничиватель регионов. То есть у нас сейчас 3-й регион пойдет уже, да? По идее. Наверное. Я не уверен. Возможно. Блин, тут пороги такие. И ночь. О, дождь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да ладно, я, короче, половину плота уже сбил нафиг, и дождь пошел. И сырость. Женя накаркал. Вашу мать. Я не вижу. Моргает, я ни хрена не вижу, куда мне плыть. И что у нас тут? Ферма, лодочная станция. Ну вот до лодочной станции ближе всего. Потом идет лагерь. Наверное, по этой стороне в этот раз. Давай, на лодочную станцию. Хотя посмотрим, что здесь есть. Жабы, водопроводная станция. А, это водопроводная станция. Ну, блин, если это водопроводная станция, то на ней должен был быть вода. Так, средний ремонт. Кстати, чисто теоретически. У нас же вот эта штука. Где она? Вот. Почему убрать? А, это... Эти старые каракули, то есть это чертежи. Да? Это же чертежи, то есть чисто теоретически я могу что-то сделать, но у нас остальных предметов нет. Ну ладно, давайте доски. Лучше, ну, 20 хотя бы. Я думаю, что это достаточно. Так, горючее. Мы могли бы набрать бутылочку горючего, но у нас нет пустых бутылок. Но зачем нам горючее? Вот в чем вопрос. И тут больше ничего нету. Ничего не изменилось в этой местности. То есть это все та же. А тратить бутылку, банку ради... Нет. Извольте, нет. А теплая шкура, покрытая пустой шерстью. Хороший материал. Хороший-то хороший, но что нам с ним делать? Я еще не могу перчатки сделать. Шапку. Так, шапка укрепленная. Так, ну... Судя по погоде, я замерзаю. Большая вероятность, если я слишком долго буду в такой погоде находиться, я вполне могу гипертонию подхватить. То есть это переохлаждение организма. И это нехорошо. Нифигашеньки, нехорошо. Ну вот не дотягиваюсь, видишь. Ладно, поплыли в лес. В лесу опасно. Тем более, что я не смогу в этот раз сделать себе вяленое мясо. Шикарно. Шикарно. Шикарно, я нашел просто плывя, нехватка припасов, просто плывя по улице, по улице, так сказать, нашел себе какие-то припасы. С едой, с водой, но пока терпимо, у нас молот появился. Рыба молот необходима для ремонта вашего плота в условиях эксплуатации для изготовления, и я не могу дальше прочитать, потому что почему-то, да, долговечность, ага, ножик такой еще и тратится, ёхарки, да. Ладно, давайте аккуратненько посмотрим, что нас здесь окружает. Не будем особо шуметь, потому что можем наагрить очень нехороших товарищей в виде кабана, волка или того же медведя, которого я, кстати, еще не видел, но и не хотелось бы, если честно, видеть. Но давайте попробуем. Инвентарь полон. Можем наделать веревок, потому что мы можем. Давай делать. На все, наверное, делаем веревки. Веревка очень хорошая.
это. Да-да-да. И у нас появилось место. Давай шкуру сюда скинем. Сегодня позабираем эту штуку. Возможно, остальное трёх-то у нас достаточно уже. Так, нет никого. О, боже. Сакура. Ты смотри, какая Сакура. Он сбил меня. Я пытался... Ну что, мне шину... Он сломал мне кость. Я не смогу на это ложить себе шину. Это слишком больно. Так, он за нами не бежит, да? Да. Фигово, ребята. Шину я не смогу наложить. Почему? Потому что она тут делается, короче, медик. Две тряпки. Подожди, две тряпки у нас было. Разве у нас не было две тряпки? Вот тут. Да, тут все мы можем сделать. Где? Подожди, нет, все еще не можем сделать. Почему? Саженец один. Посмотреть, что тут. Ладно, давай. Там посмотрим. Давай саженец найти. Я надеюсь, он где-то здесь будет. Попил водички, блин. День шестой. Я попил водички. Все очень плохо. Я слышу неприятные звуки. Я не уверен, что я хочу идти сюда. Понятно, это квест. Новая цель. Поджигатель. Давайте я попозже посмотрю. Я сначала осмотрюсь. Мне алоэ. Алоэ можно, наверное. Но у меня места, скорее всего, нету под алоэ, да? Питательное вещество. Ладно, пенициллин у меня есть, употребить лучше. Алоэ может пригодиться. Пора... Шикарно! Так, вот это отравные... Я не прочитал мелким текстом. Ну, как мелким? Капсом не прочитал. Паразиты. Вот. Красавчики. Я говорил, что я сам себе накаркал, да? Ну, ладно. Так, ну, что я могу сказать? У нас поломана нога. Это дико нам портит вообще жизнь. У нас нету на костер. Нас спил кабан. Мы намокшие. И все очень плохо. А так все просто шикарно. Сырость вылечена. Ага, сырость прошла сама собой. Палочкой тут наделаем. У нас их так еще много. У нас инвентарь не был готов. Я красавчик, да? Скажите, что я красавчик. Нет, ну саженец нужен, хорошо. Я не такой уж и красавчик. Так, сюда и вот это сюда. Это не надо. Да, одну употребим. Только за 6 дней. Это добавляет достаточно много. Но, блин, нам нужен саженец. У нас все плохо с ногой. И поблизости, если я не ошибаюсь, ничего не было там такого, да? Я не могу сюда. Меня кидают на пороге. И мы снова отправляемся... Ломать наш плод. Тем временем утро. И мы со скоростью движемся прямо. Все неплохо, кроме сна. После сна вряд ли у нас нога вылечится. Я знаю, что если мы не вылечим нашу ногу, это перейдет в более тяжелое состояние. Поэтому лечить ногу очень нужно. И у нас что? У нас циркушка, ребят. А знаете, что это? Это, конечно же, смерть. Навсегда я умирал, я не знаю, 90% случаев из 100 я умирал именно на циркушке. И, значит, пора. Time to die. Все у нас очень-очень-очень-очень странно, ребят. И скоро я начну, наверное, потихонечку умирать. У нас паразиты. Я не знаю даже, чем они лечатся. Возможно... А, паразиты, скорее всего, лечатся чаем из алоэ. Ой, из одуванчика. Скорее всего. И нам нужен саженец, а не вот эти вот штуки. Я зря их вообще собираю, наверное, да? Одуванчик. Ворона, иди отсюда. Вали. Тута. Так, я хочу употребить одуванчик. И употребить вот это.
Камон, у меня ты бесишь, серьезно. Это саженец ли? Это не саженец. Саженец это выглядит совершенно по-другому. Это, по всей видимости, просто еда. Я не могу этот одуванчик собрать, шикарно. И этот одуванчик могу собрать. Так, но я с поломанной ногой, я бегаю, я не уверен, что я хорошо делаю, что я бегаю. Саженец, слава яйкам. Интерпол. Так, давай-ка я вот это съем. Соберу все саженцы, полечу наконец-то свою ножку. Радальную свою ноженьку. Пошли к нашему плоту. Лодочки самодельные. Так, я начинаю сильно уставать из-за поломанной ноги, но я наконец-то смогу себе сделать шину. И съесть эту шину. Да. Я вылечил сломанную ногу, и Костоправ у нас выполнено задание. Не зря все-таки я поломал ногу. Говорится, ниоткуда без добра, да? Употребить все. Пока мы пошли собирать. Ну, у нас только паразит, остается чай сделать. Ох, как понесли, все. Как легко лечатся, на самом деле, переломы. Просто стоит. Офигеть, смотри, как все паутиной заросло, да? И выглядит очень круто выглядит. Слушай, ну вот, реально, вот посмотришь и офигеваешь от этой крутости. О, дроп у нас, я не заметил что-то даже сразу. Опять швейный набор. Одни швейные наборы, серьезно, как будто биом швей-мотористок у нас тут. Спать. Вы знаете, поспать бы не мешало бы. Часа, наверное, три. Не мешало бы реально поспать. Это усталость нам восстановит немножечко. Этот ворон. Так, сколько я восстановил? Я все восстановил. Перед полетом желательно бы поесть. Перед полетом. Я смотрю на этих ворон и думаю о том, что они летают. Инвентарь полон. И что же у меня там такого собрано, что у меня полон? Давай мяленое мясо, наверное, съедим, потому что оно у нас одно. Остальное ничего тратить как бы не особо хочется. Думаю, в основном 25 голода, и это 95-ка, 95-ка, да. Еще перья. Перья все-таки в надежде, что мы когда-нибудь сделаем себе лук. Пока у нас до него, как говорится, руки не дотягиваются, и мне опять инвентарь полон. Но я бы еще что-нибудь насобирал бы. Что-то выкинуть. Саженец, 7 веревок. Еще веревок. Может, вот эти штуки выбросить? Серьезно, я ими почти не пользуюсь. А вот эти штуки, там для крафта они вроде необходимы. Для одежки. Ну, вроде бы тут все мы собрали. Что у нас тут? Одуванчик? А это что? Тут что-то еще было. Или мне это одуванчик так скачет. Окей, уходим. Ну все, мы восстановились. Все было очень-очень плохо, а мы восстановились. И, наверное, ребят, давайте я, наверное, здесь сохранюсь. И на этом сегодня закончим. В следующей серии мы отправимся дальше. Седьмой день. Выживаем, как мы идем. Знаете, с релизом реально стало легче выживать немножко. Как-то все время у меня все вздыхал, я издыхал. На этом мы сегодня закончим. Если вы впервые на канале, конечно же, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал, если вдруг впервые, да? А нам нужно избавиться от паразитов, потому что, возможно, это как-то в диарею выразится. И мы вообще можем, наверное, умереть от этого. Скорее всего, в многих играх умирали от этого. Ну, в любом случае, спасибо всем. Всем удачи, до скорого и пока.